«Последнее обращение к человечеству». Это первая книга Николая Левашова. Он начал писать ее, еще живя в Москве в конце 80-х годов прошлого века, а закончил и впервые издал уже в США в 1994 году. Как написал автор, эта книга является алфавитом и грамматикой новых знаний, настоящих знаний о природе и ее законах, о живой материи жизни, о людях, целях и законах их жизни. Эта книга безо всякого преувеличения является уникальным произведением. Ее уникальность состоит в том, что она содержит настоящие, реальные знания. Не выдумки, не вежд с обилием наукообразных терминов, понятных только самим авторам, а реальные, кратко и понятно изложенные азы настоящих знаний обо всем, что нас окружает и оказывает на нас влияние. Автор коротко описывает процесс образования планет, звезд и черных дыр. Объясняет, где, когда, каким образом и при каких условиях на миллиардах подходящих планет в нашей Вселенной неизбежно и автоматически зарождается жизнь. Показывает, как и при каких условиях зарождается разум, какие эволюционные стадии он неизбежно проходит. Касаясь эволюционной истории земного человечества, Николай Левашов аргументированно заявляет о том, что мы все являемся пришельцами на этой планете, что изначально мы не являемся детьми именно этой планеты Земли. В главе, посвященной организму человека, автор раскрывает причины появления и развития заболеваний, дает краткую классификацию болезней и объясняет, как можно и как нельзя лечить людей, особо подчеркивая тотальную ядовитость всех лекарств, без исключения. Отдельно поясняется страшная суть и колоссальный вред употребления алкоголя и других наркотиков, пагубно влияющих не только на физическое тело, но и на сущность. Автор весьма подробно, с массой иллюстраций, объясняет, что такое сущность человека, какова степень ее влияния на организм и психику, как сущность выращивает для себя физическое тело при каждом воплощении на физическом уровне. Далее, укрупненно описывая строение космоса, автор подчеркивает единство законов микро- и макрокосмоса и объясняет, как устроен большой космос на самом деле. Наша Вселенная – подобные песчинки на берегу океана на следующем уровне матричного пространства, которое, в свою очередь, входит в еще более крупное космическое образование – суперпространство. Эту и другие книги Николая Левашова вы можете бесплатно скачать с сайта автора www.levashov.info. Изданные типографские книги Николая Левашова можно купить в издательстве «Митраков» www.mitrakov.spb.ru.